всем привет, с вами снова Бивис. Это шестая, нет, пятая серия по Ark Survival Evolved. Прошлая серия закончилась на том, что меня просто зажрали муравьи. Ночью я попытался их убить. Раза три, наверное, я пытался это сделать, они меня опять убивали. Но мне повезло, я наткнулся на очередной белый столб и получил лук. Плюс к нему обычные стрелы и стрелы с транквилизатором. Это очень хорошо. С помощью них мы сможем приручить себе какого-нибудь Дина. Но я даже пока не могу представить какого. Стегозавра и трицератопса я не вижу смысла приручать. Я хочу попробовать приручить того, которому, по-моему, умеем делать седло. Кстати, насчет умений. Мы получили новый уровень. Давайте вкачаем, наверное, выносливость или здоровье. Не, давайте вкачаем, наверное, вес. Скорость изготовления тоже, в принципе, полезно. Но пока у нас все быстро изготавливается. Давайте, наверное, урон в ближнем бою. Очень полезный скилл. Так. И что же мы возьмемся с вами сейчас прокачать? Наркотик мы прокачали, ступку мы прокачали, точнее изучили. Седло для Фиоми. Давайте выучим его. И нам по-любому сейчас придется изучать вещи. Давайте изучим. И что нам нужно для седла? Для седла нам нужно 20 кожи. Не проблема, волокно не проблема, дерево не проблема. С кожей будет сложновато. С кожей будет сложновато. Так, вообще мы изначально хотели построить дом. Да, мы хотели построить дом. Давайте продолжим, наверное, сейчас этим заниматься. Или все-таки давайте приручим себе динозавра. Так же интереснее. Давайте, да, давайте приручим себе Фиоми, если найдем. По-моему, он с кем-то дерется. Я хочу на это посмотреть. Надеюсь, нам не достанется в этой битве. Как долго он его пытается убить? Если он его убьет. А какого он? Воу-воу-воу-воу-воу. Он никак не может его убить. Черт, тут и мне достается. Может помочь добить его? Мы получим много мяса и кожи. Надеюсь, нам хватит стрел. Мы его убили. Ну и бог с ним. Что у него было в инвентаре? Позвонок Зауропадон. Это трофей, доказывает, что ты... Давайте возьмем. Почему бы нет?
по-моему, замесили того мелкого. Давайте с него тоже получим. Хотя мы можем его приручить. А нужен ли он нам? Нет, он нам не нужен. Мы будем мстить. Отлично, я потратил половину стрел, даже больше, но я получил очень много мяса. И очень много кожи. Первосортное мясо. Давайте его, наверное, в первую очередь пожарим. Потому что у него сейчас кончится срок годности. Здесь минута, а здесь... Всего несколько секунд. Будет жалко потерять такой кусок. Как вы думаете, успеем или нет? Мы успели. Отлично. Давайте загрузим оставшееся мясо. И нам нужно чинить инструмент. Кирку мы починили. Для топора, скорее всего, у нас не хватает кремния. А может даже и бревен. Нет, хватает. Отлично. Давайте продолжим. А, мы хотели пойти с вами поохотиться на динозавров уже. Точно, мы хотели приручить динозавра. Так, что нам нужно еще для седла? 5-4 дерева всего-навсего. Давайте пойдем поищем этого динозавра. Попробуем его приручить. Я так понимаю, вот он. Динозавр хочет, по-моему, нас атаковать, или мне кажется. Черт, потерял одну стрелу. А он быстрый. И куда он убежал? Вы видели, куда он убежал? Я не видел. Куда-то в эту сторону. Ну вот. Он от нас убежал. Из него мы потеряли еще две стрелы. Может быть, он убежал куда-нибудь сюда? Нет, здесь я его не вижу. Здесь их три. Не нравится мне, что они здесь столпились, конечно. Ну, пойдемте искать другого. Что делать? Мы же хотим приручить нашего первого динозавра. По-моему, ему не нравится, что я нахожусь с ним рядом. Хорошо бы Церу приручить. Хотя бы даже как спутника. Но они медленные. Да, такие динозавры, они, к сожалению, медленные. Это я уже знаю по опыту со стегозавром. Наверное, нам так и придется опять лезть в лес. Потому что далеко от дома уходить я не хочу. Я просто могу заблудиться. В лесу опасно, но... Надеюсь, риск будет оправдан. Помимо того, что... Нас никто не сожрет. Мы еще найдем
нашу Фиомию, которая от нас убежала, причем очень быстро. Пока я вижу только этих сраных крылатых. Еще вот солнце слепит. Вот придумали, ночью не видно ни хрена, ночью тоже ни хрена не видно. Ночью темно, а днем точнее светло. Солнце слепит, что аж не видно ничего. Я, конечно, понимаю реалистичность, но это, по-моему, перебор. Я даже не смотрю на солнце, а оно меня просто слепит. Где же Фиомия? Может, пройдемся влево, посмотрим там. Не хочу, ребят, далеко уходить от базы, повторюсь. У вас обезвоживание. Ну вот, и от воды тоже далеко не отойдешь. Так, еды у нас немного есть. Давайте попробуем пройтись куда-нибудь в другую сторону, может, там найдем. Мне кажется, вон она. Мне кажется, вон она. Да-да-да. Черт, нам надо втащить этого раптора, пока он не убил ее. Черт, он ее убил, мы просрали просто все стрелы. Ублюдский раптор. Ну, зато мы получили много мяса. Значит, займемся строительством. Сраные рапторы, как я их ненавижу. Это мои враги номер один. Это просто... Я не знаю. Я в бешенстве, если честно. Я бы очень сейчас хотел просто поорать матом, разбить пару клавиатур, но я, пожалуй, выдержусь. Давайте тогда продолжим строительство. Продолжим прокачивать нашего персонажа, строить наш дом. Нам нужны деревянные стены. Солома есть, волокно есть. Нам нужно дерево. Еще 80 дерева. Ну, не 80, 70. Нет, все правильно. Нет, неправильно. Нам нужно, в общем, 120. Значит, 110. 110 дерева нам нужно еще. Давайте займемся этим. Надеюсь, за сегодня мы сможем закончить. Хотя бы без смерти. Хотя бы сегодня. Просто хотя бы сегодня. Главное не нарваться опять на этих сраных пчел. А если нарваться, то не бежать с ними домой, а бежать как можно дальше. Почему-то мне подлагивает уже третий раз за сегодня. Не пойму, с чем это связано. Да, с деревом туго дело обстоит. Потому что, я так понимаю, деревья у нас не рисуются. Тот лес, который мы вырубили, так и не вырос. Ну, по крайней мере, пока. Вот эта вся поляна была в деревьях. А теперь их нет. Мы перегружены. Это, конечно, нехорошо. Посмотрим, сколько у нас дерева. 82. Нам надо еще 30. Почему мы так сильно перегружены?
У нас много мяса, хотя нет, всего 2 килограмма. Что так много весит у нас? Хорошо, давайте пойдем, построим две хотя бы. Разберемся с нашим инвентарем. Поставим мясо на обжарку, пока оно не протухло. Так, где дом-то? Дом, по-моему, где-то здесь у нас. Правильно же? Ну да. В общем, теперь благодаря этому сраному раптору нам придется искать новую Фиоми. Или нового, не знаю. Странное название какое-то. И когда мы это будем делать, я не знаю, потому что в рукопашную задушить его, точнее, вырубить его в рукопашную или с помощью рогатки, я сомневаюсь, что это будет легко. Потому что просто представьте себе, что надо будет за ним еще бежать. Я думаю, это будет сложновато. Так, давайте поставим наши стены, еще две штуки. Хотя здесь надо было сделать проход, но я этого не сделал, потому что я молодец. Нет, пока мы не будем ее разрушать, пока не будем. Пока не будем. Так, мы хотели разобраться с нашими вещами в инвентаре. Здесь все надо чинить. Они даже ящик поломали, сволочи. Положу сюда хитин, ящик, селитру, кровать, кожу. Уголь тоже не нужен. Камень нет, камень нам нужен. Это мясо положим. Так, это готовое мясо. Положим сюда еще дров. Дров, кстати, сюда надо много кинуть. Я заберу сейчас из вот этого факела. Сюда еще дрова. И вперед, пускай наше мясо готовится. Что у нас с весом? 35, отлично. Смотрим, что нам еще нужно. Так, нам нужно волокно. Да, 5 волокна. И по максимуму дерево. Давайте закроем дверь на всякий случай. Волокно готово, пойдемте за деревом. Начинает потихоньку темнеть. А это значит, что есть шанс на кого-нибудь нарваться. Я очень рад, что не живу и не жил в доисторические времена. Потому что прожил бы я там ровно 10 минут, наверное, не больше. А может быть даже и меньше, как повезет. Я тут еще записывал серию, ну как, я хотел записать серию по другой карте. Арки, это, ну, в общем, пустыня. Но я хотел заснять
полноценную серию, как я там выживаю. Но я там не выжил, ребят. Я просто сделаю, наверное, в будущем нарезочку из неудачных моментов. И, наверное, основной промежуток... Основные кусочки, наверное, я буду брать именно из этой неудавшейся серии. Я не знаю, сколько раз я там умер. Не очень много, очень надо даже тупо. Но я вам покажу обязательно. Сделаю нарезки, когда наберет достаточно материала. А с моими темпами игры он наберется очень быстро, я думаю. И я обязательно выложу, посмотрите. Надеюсь, это поднимет вам настроение. Мы перегружены. И сколько дерева мы в итоге имеем? 98. Но нам надо еще 20. Давайте попробуем, наберем, нет. Все равно пешком уже идем. Есть, надо еще 4. В принципе, все. Так, это вроде стрекоза, это вроде не один из этих бешеных муравьев. Но думаю, давайте как-нибудь все равно боком его обойдем. Ее. Потому что сейчас я даже не могу бежать, и инвентаря скинуть не успею какой-то. Так, ну я думаю, достаточно. Да, это совсем... Смотрите, как мы просто бежим. Вот про что я говорил, когда это замедленный бег. Сколько они весят, эти стены? Может, нам проще изготовить сразу стены? Да ладно. Я вас умоляю. Давайте сразу еще сделаем. Нам нужно еще волокно, еще дерево и солома. Твою орду. Я думал, это конец. Я думал, сейчас нас просто сожрет эта сраная стрекоза. Ну давайте вот это еще, я думаю, хватит. Так, наберем волокна. Как тебе вечно невольно надо попить? Сколько волокна мы набрали? 31, отлично. Потерпи немного. Правда, по-моему, когда он обезвожен, он не устанавливает энергию. Надо, наверное, сделать все-таки. А вот это плохо. Вот это был плохой звук. Очень, очень плохой звук. Маленькие эти сраные динозавры. Все, валим отсюда. Сваливаем. Цера, помоги. А долго мы бежали, хочу я сказать. Хорошо. Блин, приручить бы вот этого. Но это невозможно. Это просто невозможно. Все, я иду пить, иду. Замучил своего персонажа. Не даю ему воды. Круглосуточно батрачит. У нас есть белый огонек. Давайте попробуем дойдем, скинем лут. У нас есть пустые сундуки еще. Давайте скинем самое важное, это волокно.
солому, дерево, стены, лук. Не хотелось бы его поломать или потерять. Стрелы. Мясо тоже мы с собой не возьмем. Ну а ягоды можно добыть. Ну давайте еще выгрузим камень, чтобы у нас были какие-то стартовые ресурсы. А я пойду попробую доберусь. Надеюсь, у меня получится. Хотя далековато, наверное, все-таки. Но мы попробуем. Мы попробуем. Хотя вроде не так и далеко. По-моему, вот на этом островке. По-моему, на этом островке. Да, мы, в принципе, совсем рядом. Но если я не ошибаюсь, именно здесь я натыкался на каких-то крокодилов вот этих. Еще это плюющееся убогое создание. Не пугай меня. Так, давайте попробуем как-нибудь мимо него прошмыгнуть. И побежим прямиком к столбу. У меня такое ощущение, что я за собой согрел целую толпу. А вот и крокодил. Надо пробежать мимо него. Давайте это сделаем. На обратном пути надо быть осторожней. Опять это солнце, ни хрена не видно. Почему оно отражается от песка так, как будто отражается от воды? Объясните мне кто-нибудь. Седло. Седло для пиона. Отлично. Из-за этого я рисковал. Теперь нам надо как-то прорваться обратно мимо этого аллигатора. Плюс еще здесь это создание. В любом случае надо рвать когти домой. Надеюсь, черепаха победила. Надеюсь, черепаха победила. Болеем за черепаху. Но есть мы будем уже дома. Но нам повезло, ребят, все равно мы вернулись живые. Еще белый. Вы видите, да? Я тоже вижу. Давайте сейчас, наверное, покушаем, попьем. И если успеем, добежим еще до этого. Так, тебя мы не обижаем, не переживай. Тут совсем близко, так что, я думаю, стоит попробовать. Так, где у нас еда? Так, давайте сразу попьем. Я сказал, попьем. Не понимаю, почему, чтобы попить, надо обязательно нырнуть. Я, наверное, никогда не пойму этого в этой игре. Это просто идиотизм, ребят, какой-то полный. Чтобы попить воды, надо нырнуть. Когда ты под водой, вообще рот лучше не открывать. Я вот, единственное, что я вот знаю, вот прям точно. И здесь у нас, кстати, рядом обитает раптор. Наш любимый раптор. Надо как-то его обрулить. В принципе, все рапторы одинаковые. Все родактили кидаются у нас какашками. Опа! Вот это валим. Здесь появился крокодил. Что-то, по-моему, здесь стало скапливаться очень много хищников. Мне это немного не нравится. Потому что оружия, по большому счету, у нас сейчас никакого.
Мы даже стрел пока делать не можем. Хотя стрелы тоже не такое эффективное оружие, как хотелось бы. Так, ну по крайней мере вроде за нами никто не бежит. Блин, ребят, еще белый свет. Или он был, или он вот только-только появится. Но, по-моему, он слишком далеко, мне кажется. Да, он слишком далеко, по-моему. Да, он слишком далеко. А, вот это уже ближе. Блин, ребят, ну, я не знаю. Так, здесь битком. Здесь еще есть место. Ну давайте сходим, Или все-таки нет? Нет, уже темно. Уже слишком темно. Уже слишком темно для таких походов. Это Тирекс. По-моему, это был Тирекс. Мы в полной жопе. Если это так, то... Я не знаю, что сейчас происходит. Вроде нет, вроде все норм. Или он просто хотел пройти. Я не пойму, он за нами идет? Он залез на мой дом! Какой хороший, добротный дом я построил. Что он делает? Давайте, наверное, свалим домой, пока что-нибудь не случилось плохое. Фух! И закончим, наверное, серию, потому что наступает уже ночь, уже темно. С вами был Бивис. Сегодня, кстати, мы ни разу не умерли. Поздравьте меня с этим. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем счастливо, пока!